В Лондоне снова звучат куранты Биг Бена. Самый знаменитый колокол Великобритании полностью вернулся в строй после 5-летней реставрации. Часы пробили 11 раз в честь Дня памяти павших. Он посвящен всем британцам, погибшим в войнах с участием Соединенного Королевства. Биг Бен – самый большой колокол часовой башни Вестминстерского дворца. С 2012 года она называется Елизаветинской. До этого и саму башню, и часы называли Биг Беном, так же, как и колокол. Он весит почти 14 тонн. Когда его отлили, он был самым большим и тяжелым колоколом Великобритании. В конце 19 века этот титул перешел к 17-тонному большому полу, который установлен в соборе Святого Павла. Реставрация башни Елизаветы стала одной из самых масштабных в истории достопримечательности. На нее потратили более 40 миллионов долларов. Строители укрепили каменную кладку и обновили черепицу. Специалисты почистили часовой механизм и обновили циферблаты. Теперь Биг Бен будет звонить каждый час, а 4 меньших по размеру колокола станут звучать каждые 15 минут. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.